Настало время серьезных ставок и ярких побед. Добро пожаловать на Марафон Бет, где каждый день вас ждет 1000 событий, трансляции матча, оперативная поддержка и самые высокие коэффициенты. Марафон Бет. Присоединяйтесь по ссылке в описании. А вы следите за этими допинговыми скандалами? Да, я слежу. Потому что, скорее всего, Мутко больше не министр. И, короче, мы хотим, чтобы Мутко сказал свое последнее слово. Не могли бы вы его зачитать? Так трогательно, как в Шоушенке. Хорошо, ладно. В последнее время мне все чаще снится один кошмар. Наверное, это возрастное. Как будто я иду пописать в туалет, но не могу выдавить ни капли. А сзади типа этот стоит, Родченков. И у него пробирка, а в ней жидкость такого, знаете, солнечного цвета. И он ее выпивает. А потом смотрит на меня своим предательским взглядом и так тихо говорит: «Не ссы, Виталич, ты чистый». Ну, криминалите, если вы понимаешь, о чем я. И я просыпаюсь. Очень жизненно. Морган Фриман. А как вы относитесь к ставкам? Мой младший сын как-то хотел сделать мне подарок, но стеснялся попросить денег. Он хотел удвоить свои сбережения. Поставил все, что у него есть, проиграл. И... А чего он смеется? Он ржет! Я так понимаю, будет смешная концовка? Это вообще-то не смешно. Но не важно. Короче, я подошел к нему и сказал: «Я ж твой отец. Как тебе объяснить-то? Ну, вот как?» Не брать «Спартак» в «Экспрессе». Да! Ты король пародий. Это так, да. В чем секрет? Просто талант. Знаешь, есть один тренер, и его голос, он такой... На эмоциях мы все, конечно, странные, но у него внутри прям бушует сатана. О боже, вы хотите, чтобы я повторил? Послушай. Но, Булыгин. Боже мой. Сними свои варежки и начинай работать. Ну, примерно так. Нелегко, наверное, его игрокам. Я написал эту песню после одного матча. Господи, как же волнительно. Вы же смотрите Лигу чемпионов? Да! Погнали. Наш человек, карьера, он приехал погостить Ливерпуль. Наш человек, Джикия, он приехал погостить в Ливерпуль. И 1-0, 2-0, 3-0, 4, и 5, и 6, и 7. Вот наш Спартак, любимый, так приехал погостить в Ливерпуль. Ребята, здравствуйте. Кто я? Я Морган, Матео Фриман. И я буду сегодня, как понимаю, озвучивать Бенедикта Камбербэтча. Я очень волнуюсь, потому что я буду озвучивать Харрисона Форда. Всем привет, я Артём, и сегодня я Рэбел Уилсон. Голос Моргана Фримана. Привет, я Морган Фриман. В твоей озвучке Морган Фриман говорит за Виталия Мутко. Ты знаешь, что он не уходит в итоге? Он остается в РФС.
Я не могу в это поверить. Понимаешь? Как бы НЛО для меня было абсолютно норм. Но то, что Мутко все равно остается в РФС... Что ждешь от сегодняшней озвучки? Немножко секса. Мне просто кажется, по ощущениям, когда я его вижу, что он, наверное, такой довольно уверенный в себе и немного надменный. Давай немножко надменный Камбербэтч в твоем исполнении попросит доказать, что его обсчитали в пятерочке на кассе. Я у вас купил хлеб белый. Он стоил 15 рублей. Вы мне сказали 16.50. Почему? Да потому что, сука! Знаете, вот в чем прикол всех записей, которые вот делаются так, озвучки для Димки? Когда приглашает всех озвучивать, он еще бутылку вискаря приносит. Хотя нажираться с Нечаевым — это та еще история, конечно. Он просто неадекват. Что ты знаешь про Ребел Уилсон? Это большая актриса. Тебе придется петь. Я какал. Ча-ча-ла-ла. А потом смотрит на меня своим предательским взглядом и так тихо говорит: не ссы, Виталич, ты чистый. Не ссы, Виталич, ты чистый. И я просыпаюсь. Больше не надо, норм? Норм, мне кажется, офигенно. Но Булыгин. Боже мой! Сними свои варежки и начинай работать. Но Булыгин. И начинай работать. И начинай работать. Ну, мне кажется, сейчас я попал хотя бы в ритм. Саня, скажи таким же голосом, где детонатор? Где детонатор? Где детонатор? Есть! Я подобрал для него максимально старческий голос, потому что здесь на видео он максимально старый. Буду по губам стараться попадать. Я ж твой отец. Как тебе объяснить-то? Как тебе объяснить-то, сукин ты сын? Ну вот как? Не брать Спартак в экспрессе. Да! Да! Вроде попал. Все. Все? Да. Наш человек, карьера, он приехал погостить Ливерпуль. Наш человек, Джекия, он приехал погостить Ливерпуль. 2-0, 3-0, 4... И 1-0, 2-0. Не, а там у нее пауза просто. 7! 7! Было? Было вообще хорошо. Тяжеловато. И 1-0, 2-0, 3-0, 4, и 5, и 6, и 7. 7. Вот наш Спартак, любимый, как приехал погостить в Ливерпуль.